Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс, и это мой первый летсплей в игре Titanfall 2. Я как-то так посидел, подумал и решил заняться летсплеем, посмотрел, как другие играют, и это, в принципе, интересно смотреть на их реакцию и на их игровой скилл. Я не знаю, как это получится, в любом случае, если вам понравится, то поддержите меня лайком, ну и коммент какой-нибудь добавьте, там, критику там, и так далее. Всегда приветствуется. Ну, давайте начнем. Поехали. На самом деле, летсплей — это такой жанр записи, как стрима. Можно сказать, ты его записываешь, потом ты его редактируешь. Ну, в общем, такая заготовочка. Я не знаю, как это будет выглядеть, как это все получится, серьезно. Ну, вообще, и признаться честно, 2 часа назад я пробовал записать летсплей, и я очень сильно, как сказать, тупанул. Очень-очень сильно. Я записал все на видео, камера отрубалась, потому что карта памяти все время забивалась. Вернее, видеокамера отрубалась, потому что карта забивалась, заполнялась. Так, гоу, смешанный набор, попробую. И, в общем, я все записал. И я включаю геймплей видео. Так, в смешанный мы не пойдем, потому что там никого нет. Записал все на видео, и себя, и как я играю. И в итоге, когда я включаю геймплей, звука нету. Я такой, блин. Ну ладно, карта отрубалась, типа видео без звука, думаю, удалю и запишу заново. И в итоге, блин, я просто в колонке не включил звук. Это. Я все, короче, удалил, а потом понял, что колонки-то не работают. А все уже удалено. Ну, короче, решил я заново писать, ребят. Это. Ну, это жесть. Ну, скажу честно, я там не сильно тащил, я был на втором, на первом месте, но. Что-то вообще. Сейчас вот такое волнение. Кстати, когда пишешь летсплей, не знаю, как-то волнуешься, что ли. Нет концентрации на игре, вот прям вот жесть. Когда, например, вечером заходишь, ты такой налегке, о, сейчас типа играю, все четенько, бам-бам, разносишь, о, первое место, как это необычно там и так далее, что-то там неудивительно и так далее, но не знаю. А когда перед тобой камеры, ты как бы думаешь, что на тебя кто-то смотрит, такое мини-волнение, и ты просто в упор не видишь людей. Вот серьезно, на тебя бежит игрок, вот просто вот так со здоровой такой махиной, такой бабах с пушкой, а ты его просто в упор не видишь. Это проблема летсплееров. Или моя проблема. Ну, не суть. Ой, да. Жесть. Кстати, с утром никто не играет. Вот вообще мало народу, очень мало. Режимы пустые. Сейчас давайте посмотрим, сколько человек вообще играет. 3000 человек. Ну, скажу так, что это мало. Это мало. Я вот вчера заходил вечером, было 4000. Что-то вот Titanfall 2, это, не знаю, какая-то неправданная вещь. Кстати, не обращайте внимания, что я в наушниках. Это нужно для того, чтобы вы не слышали повторно звуки игры. Как бы камера находится около телека. И если я включу на телеке звук, то вы будете слышать двойное эхо, потому что идет запись и игры, и меня. Ну, то есть, ну, короче, вы поняли. И как бы через наушники я слушаю звук игры. Это, конечно, не очень удобно, потому что когда я буду играть, я одену оба уха, и я немного буду слышать себя в басе. И это немного напрягает, потому что ты сам себя не слышишь и думаешь, блин, что он говорит. И такая вот тема происходит. Все, поиск игроков, сейчас начнем. Кстати, кто не знал, я сейчас записываю долгое время видео, ну, видео-геймплей, не через карту захвата. Я это записываю через способ, который у меня выложен на канале ютубовском, ну, на котором вы смотрите выпуск. Он называется «Как записываем видео без карты захвата». Нормальный способ этот. Видос у меня разошелся практически в 10 тысяч просмотров. Ну, и всем нравится этот способ. Он легальный, он доступный и очень простой. Ссылку я напишу в включена. Ланд-пилоты, поехали! Кстати, вот здесь такая есть фишечка, просто фишечка. Мы берем щитовика, добегаем вот сюда, ставим щит и поехали. Ну, я вам скажу, что этот матч нормально начался, если два так легкую мне дали себя убить. Сзади, да? Вот крыса-то, а? Двух
Отлично сражаюсь. Так, сразу поменяем тогда класс на следующую игру. Кстати, не понимаю пилотов, которые не меняют класс во время игры. Оп. Это очень нужно, на самом деле. Ой, как хорошо идет-то сегодня. Я думаю, что меня никто не заметил. Блин, я слышу его. Я слышу, но не знаю, где он. И заметил. Мне, кстати, повезло на самом деле сейчас. Очень повезло, потому что он мне прям практически в голову врубил. Опа. Так, он меня по-любому заметил. Снайпер. Вот они. Нету. Все испугались, походу. Ой, как хорошо идет. Так, он меня по-любому палит. Не знает, где я. Щенок, ай, щенок. Что-то каких-то новичков не дали. Сейчас вот две катки подряд играли, довольно такие мощные игроки попадались. А тут вообще что-то. Твоя готова. Хорошо, хорошо. Хорошо. Конечно, хорошо. Чуть-чуть. А, меня первый раз убили. Блин. Оп. Сейчас скорость подождем и пойдем. Или я на них натыкаюсь, я всегда корчусь. Как-то пытаюсь самим увернуться, словно через Kinect. Ой. Доминируй. Конечно, доминируй. Да. Мои покровители будут благодарны, Сайм. Продолжай сражаться. Вот это как-то сложно убился мне. Вот насчет вот этих турелей, я ими никогда в жизни не пользовался. Я только от них получал лилей. Я не знаю, почему я им не пользуюсь, хотя это такая читерская штука. Господи, мне так сейчас везет, серьезно. А сейчас не везет. Давайте сменим класс, попробуем. Не, давайте еще сменим. Вот на этом, потому что там такой же сидит, блин. Где он? Где он? Опа, опа. Да ладно. Ну ладно. Он нас сделал. Ну
Сусчиак! Кто придумал его, а? Так, надо скорость, надо скорость. Но скорости сейчас не будет, окей. Смотрите, какой, слушайте, он ловкий, а? Это щенок какой-то. Ой, хватило. Подождем. Давай, скорость! Этот пилот тебе не ровный. Если я не ошибаюсь, там должна быть турель. А, тут щеня. Сидит, крысит, ага. Вообще крысит нехорошо, но... в войне все... Заканчивается. Не, мне сейчас в этом матче просто... Очень сильно везет на самом деле. На самом деле, вообще просто огонь. Этот пилот тебе не ровный. Ну, ребят, вы сами оцените это. Чё-то я вообще коннекчик. На самом деле, вот опять же повторяюсь, когда на меня летит граната, я испытываю какие-то вот такие... экстра ощущение от того, что у меня сейчас что-то летит. Я непроизвольно начинаю. Где скорость? Показывает, что они вот тут. Дай посмотрим. Ребят, кто-нибудь есть дома? Кто-то есть, вот я не вижу, где он. Прям палит их. Ну-ну. Вот он. А, не успел убежать. Просто не успел убежать. 13 к 8. Ой, 31 к 8. Нормально. А теперь мы будем их высекать. Но мне так кажется, что вынесут меня, потому что в последний момент, когда либо мы высаживаемся, либо они там прячутся и так далее, и наоборот. Вон он сидит, еще не смотри. Как я не попал? Там по-любому будут турельки. Надо вообще уходить в бок. Так, остановим эвакуацию. Давай. Парни, ну помогите, но... Неужели вы хотите, чтобы они улетели? Я изо всех сил пытался, и что-то не получилось. Ну, ничего страшного. Кто в топе? Я в топе. Ну ладно, это так повезло, что такие новички попались. На самом деле, я играл две катки назад, и как бы там нормально такие пацаны. Я не был в топе, я был на втором, на третьем месте. Там нормальные парни. Ой. Я не знаю, насколько в этот раз хватит памяти, но
Запишу, наверное, еще катки две. Посмотрим, как зайдет вообще просто. Ну, первый опыт, я не знаю, как это оценит. Вообще, что-либо делать и вкладывать в сеть, это в любом случае труд. И если он не оценится, то потом такой грустный настроение, типа такой, блин, нафиг я все сделал, там, я вообще никто, может, это пора заканчивать и так далее. Ну, не знаю, просто я смотрю на других летсплееров, там, стримеров и так далее. Они сидят, развлекаются, и, ну, в принципе, это такая прикольная ситуация, когда тебя смотрят, комментируют, ты кому-то понравишься, ну, это прикольно. Если я не говорил, то я планирую делать и коллективные летсплеи, это когда вы, например, играете со мной и заходите просто ко мне в команду. И мы вместе общаемся, и это все записывается. Я пока, конечно, не сильно понимаю, как это сделать, потому что у меня нет карты видеозахвата. И я, ну, пока не знаю, как записать ваш голос. Но все впереди, и я что-нибудь придумаю. Поэтому разберемся. Так. Вообще, если честно, то я всегда раунды начинаю с щитовика. Чё-то кто-то там болтает. Кстати, если вот это вот запишется в геймплее, то я походу знаю, как записать ваш голос, и коллективный летсплей начнутся очень скоро. Ну, если, конечно, вообще летсплеи будут востребованы. Наша аудитория. Алло, алло. Чё там его дальше не понимаю. Я слышал кого-то. Убиваешь руку, пилот. А, ушел, окей. Оп! Ина. Так, я потерял его, боюсь. На самом деле, когда тебя видит пилот и ты убегаешь от него, то потом между вами такой вот, как сказать, такая возникает дуэль, и ты думаешь, блин, не надо ему проиграть, но не... Вот не вижу. Да, и эту дуэль я выиграл. Такая вот... Ну-ка, есть он там? Нет, ушел. Заходи. Ой-ой-ой. Понятно. А как он закинул так? А, умно. Он в дырочку попал. Мы сильно проигрываем. Вот опять меня нашли. Честно, я думал, что тот меня заметил. А не этот. Ну. Лихо. Я бы мог сделать кать, повыпендриваться, потому что у меня куплено 2-2-3 вроде. Когда ты сливаешь, просто не попадая в упор, или просто сливаешь, говоришь, что они коннектчики. Блин, надо было на возвышенность. Вот, кстати, странно, что я... Ооо, слушай, мы как сливаем-то. Все, короче. Надо прекращать маяться сюда и тащить. Сзади! Еще сзади, наверное. Ой-ой-ой. Отличная работа, двое убиты. Срочно уничтожать, что она, ну, просто имбоба. А, нет, слишком быстрый, но мы его догоним, просто оближем ему пути, все. Доминация.
к нам со всех сторон. Ну ладно, это было предсказуемо. 13 к 4 неплохо, но, скажу, не идеально. Так. Так, надо вообще поменять на скорость. А, блин! Пока менял, блин, все увидел. Не, ну вы видели, да? Ты видел? Видел? Да. Даем, мы проигрываем. Советую пересмотреть мою карту. Да я уже, блин, пересматриваю сколько можно. Ай, кластер расположились, они просто в рядок встали, и то есть они наблюдали друг за другом. Вот опять вот. Давай, 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 скорость, пожалуйста. Ба. Я в этот раз прям почувствовал флешем себя. Вернее, ртутью. Ну ладно. 73, блин, я сливаю ту 0 к 6, 0 к 8. Господи, вы хотите из игры нафиг? Паркур, паркур. Так, ладно, надо он убить. Нет, щенок. Да! Не могу я прям, у меня какие-то прям эти сдвиги на гранаты. Так, все, нас заметили, что делать, что делать, что делать. Щит есть, есть. Не, надо просто направо, наверное. Сейчас мы их встретим. Ой, попались. Нет, ощущения, не в этот раз. Не в этот. Ты доминируем. А как, если он был за щитом? Мы проигрываем. Лучше сюда, наемник. А им все нужны результаты, а не оправдания. Йо, блин, нифига он макушка как-то стреляет. Да? Ну давай, идем. Как я его не убил, блин, я ему 6 патронов попал. Окей. Смотрите, там, блин, парень сыграл 25 к 8. Это чё за нафиг-то, а? Это распоясались, походу. Мы проиграем. Ничего, в следующий раз будем сильнее. Конечно, таких много, блин, гасить. Так, теперь надо аккуратно. Мы же хотим телепортироваться? Конечно, хотим. Так, вы заметили? Не как заметили, я не понимаю, откуда. Опа, вон он. Так, сейчас надо обходить очень аккуратно, потому что все на прицеле, на прицелах. Ладно, не будем культироваться. Хотя посмотрим сейчас. Это было нормально. Ну блин, 19 к 10. Это фиговенько. Ладно, давайте посмотрим, запишу одну карточку и посмотрим, как что и как выйдет это. Хотя нет, я не буду записывать, потому что... Господи, я походу опять тупанул, я не выключил, блядь, звук, это... Короче, капец, ребят.
Ладно, всем спасибо за просмотр. Я не знаю, как опять получилось, блин, это что-то какой-то первый опыт. Вообще какой-то плохой опыт. В итоге камера сажается, мест нет, в итоге везде врублен звук. Но в любом случае, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал Twitch, на YouTube. Ну и в общем, пишите в комментариях, как вам летсплей. Просто, ну серьезно, первый опыт, я не знаю, как получится. В любом случае, спасибо за просмотр. До новых встреч.